Лукас? Да? А что у него в крови? Это старая история. История о Прима Макюла. Алхимики называют ее первоначальной порчей. Она скрывается в крови, никак не проявляя себя. Но что-то случилось. Великий надлом. И Макюла проснулась. В крови Хьюга. А что она с ним сделает? Макюла не знает ни добра, ни зла. Она изменяется вместе с носителем. Чтобы изменить все. Весь мир. Ты знаешь, твоя мать и Лаврентий пытались помочь твоему брату. У них не вышло. Я думаю, им просто не хватило времени. Вот и все. Я понял, он станет Дарт Вейдером. Все, ребят. Тайна раскрыта. Хьюго, просыпайся. Давай. Отсюда пойдем пешком. Ты хоть согреешься. Если идти вдоль акведука, то доберемся до шато де Амброж, до темноты. Что это за сумма? Ничего. Это просто лягушки, Хьюго. Лягушки. Ему стало лучше? Очень на это надеюсь. Эй, квакуска, как их много. Ну да, малой же все время проводил у себя же дома. Смотри, они повсюду. Немного. Кажется, Хьюго не жалуется. Он не дает тебе замерзнуть. Да. Эй, но, как по мне, он отошел слишком далеко. Так, Хьюго, не спеши. Потому что мы не знаем, кто там впереди ждет. Сейчас, наверное, что-то случится. Хьюго? Ну, по-любому. Ля. Ты куда? Ой, мелкий. Я тебя в угол поставлю, серьезно. Так, и куда он делся? Хьюго. Смотри, я рыцарь. Это английский щит. Где ты его нашел? Вон там валялся. Слушай, Хьюго, положи его. Это не игрушка. Ой, ты зануда. Ладно, пойдем. Чувствуешь запах? Ох, ну и вонь. Это да, я пернул, да? Вонь. Ха. Так, ладно, давайте немножечко серьезней. Хьюго. Стой, погоди. Так, давай заберем эту штуку. И заберем вот эту. По-любому пригодится, да? Все, отлично. Угу, побежали. Что ты там нашел? А ну показывай. О боже! Они все мертвые? Мы не сможем здесь пройти. Амиссия, но мы должны идти вдоль акведука. Так, пройдите через поле боя. Я могу за руку взять малого? Нет, не могу. Игра не дает. Господи! А, все, нормально. Амиссия, нам что, идти прям по ним? Я все понимаю, Хьюго. У нас нет выбора. Как ты думаешь, им больно? Просто иди вперед, Хьюго. Давай. Жесть. Так, все, побежали. Зачем сюда полезли? Этот запах просто невыносим. Так, давай нет, просто пробежим. Не смотри. Лучше посмотри на акведук. Так, бежим, бежим, бежим. Лошадь. Ага, в лошади, Лукас. Да? Что? Что в лошади крыски. Ты что, танцует, что не видишь? О, нет, ага. Там крысы! Не подходите к ним! Амиссия, они повсюду! Так, я вот, вижу, куда. Я глазам своим не верю. Все, хорошо. Стой, дай заберу, по-быстрому. Что там? Ну, отдай. Все, все забрали. Идем. Идем. Куда там? Ага, вижу. Шиба!
Мало! Бегом! Бегом, бегом, бегом. Люди, он там. Чёрт, это не солдат. Нужно валить отсюда. Что они делают? Это мародеры. Они искали, чем наживиться. Зачем? Наверное, чтобы выжить. Так, отлично. Прям как мы. А что нам нужно? Куда дальше? Ага, вот сюда. Вижу, вижу. Поможешь мне? Да, конечно. Не думал, что это будет так сложно. Хьюго, идти придется тебе. Ну, я не могу, там много крыс. Надо расчистить путь. Ну, как бы отпусти тогда меня. Все, можешь идти. Не-не-не, стой, 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 стой. Да. Осторожней там. Так. Окей. Дай тогда мне вот эту вот штуку. Все, отлично. Помоги, пожалуйста. Давай, отлично. Хьюго. Нам было раньше подпалить. Тут нужна твоя помощь. Хорошо. Давай, Хьюго. Получилось. Я справился. Умничка. Бери две палочки. А теперь возвращайся. Ну ладно, хотя бы одну. Вот так. Ау, мои руки. Умничка. Ой, молодцы. Не чувствую. Так, а теперь куда нам, молодцы? Куда нам идти? Я понял, что нам нужно подпалить. А только куда? Куда потом идти? Ой, а я палочку уронил случайно, да? Хьюго, тебе придется опять это сделать. Одна не справлюсь. Поможешь? Ладно. Я пока смотрел, что нам нужно делать. Случайно уронил палочку. Ну ладно, бывает. Займешься этим. Отлично. Блин, Хьюго, возьми штучек 5. Чтоб нам точно хватило. Вот так. Все, умничка. Давай смотреть, куда нам идти. Куда нам с вами идти? Ну, наверное, к факелу туда, да? Давай попробуем. Ну, просто других вариантов я не вижу. Все-все-все, крыски, уходи. Что там? Кто идет? Живо в траву! Он не должен нас увидеть! Иди сюда. Амнисия! Его фонарь! Я поняла. Он идет! Так, а что мне делать? Так, фонарь для выстрела в нему из прощита, да, враг станет весьми для крыс. Чё? А? Дети! Все, шикарно. Господи! Какой ужас. Ну, зато сработало. Ну да, согласен. Все, можем идти. Можем идти, хорошо. Тут слишком много крыс. Мы застряли. Не ссы. Сейчас я с помощью камушка все делаю. Так-так, тут у нас мелкие воришки. Ага, и что ты через крыс пойдешь? Тихо, побежали. Нет, 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 нет. Тю, а самое интересное, что я не мог в него камушком кинуть. Самое интересное, что я не мог в него. Тут слишком много крыс, мы застряли. Так, а ну. Побудьте здесь. Побудь здесь. Давай, наверное, мы. Как сделаем? Сделаем сначала вот так, наделаем этих штучек. Башню! Я вижу свет! Да я это понял, да. Нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно отвлечь этого челика как-то, да? Я не знаю, ребят, честно не знаю.
Хотя у меня вроде 7 камушков, но оно не захотело в него, стрелять. Все, до побачения. Хорошо, давай. Теперь можно идти. Да? Да. Да. Давай заберем, давай заберем, давай заберем. Давай посмотрим, сможем ли прокачаться. Нет, не можем. Я могу понять, вот эти вот, иголка или что это? Где мне найти иголку? Где мне найти иголку, игруля? Игрулечка моя хорошая. Так, а не путайся, пожалуйста, под ногами. Ага, вот она что, Михалыч. Дай, дай пройти. Во, можем прокачаться. Это упростит мне жизнь. Теперь мы с вами прокачались, это хорошо. По идее, оно теперь должно сильнее стрелять. Так, дай мне поджечь и пошли. Надеюсь, правильно идем. О нет, там солдат. И что? Сейчас мы его мэкнем. Где солдат? Где солдат? Где ты его видишь? Ага, вижу. Где солдат? Тут нужно толкнуть. Давай помогу. Смотри, не обожгись. Давай, потихонечку. Он нас заметит. Да не заметит. Что это было? Я что-то слышал. Так, тихо, отпусти. Живыми вам не выбраться. Все, до побачення. Помоги толкать. Ладно. Все, они его занямали. Можно двигаться. Хорошо, что прокачал свою вот эту штуку. В принципе, все. Колеса застряли в грязи. Придется ее бросить. Идем. В принципе, мы пробрались. Ты давай, пошли. Что ты делаешь? Держи его! Ох, это просто ужасно. Мне просто нужны его зубы. Да, но все-таки... А что? Нужно пройти под окнетоком Амисия, но там повсюду крысы. Ну, мы что-нибудь придумаем. Факел, вон там. У меня больше шансов, если я пойду одна. Эх, сука, не идет. Так, я понял, нам нужно факел забрать, да? Как же так? Так, а она останется? Я скоро вернусь. Хорошо, береги себя. Мертвяков трясти. Так, а где ты? Сколько вас тут? И куда ты пошел? А, ну я тут явно не пройду. Я тут явно не пройду. А может мне... Ага, может мне за ним просто идти сзади потихонечку? Можешь нас не заметить, правильно? То есть сейчас он пройдет, я за ним пойду. Но других вариантов нету. Реально нету других вариантов. Так, забрать. И ради этого столько трудов? Что ты с ними делать-то будешь? Ну, да хер его знает. Тихо. Все. Все чисто. Ни звука. Быстрей. Не, присесть. Так, кудой. А ну. Игра. Во, вижу, что-то светится. Так, отлично. Пошли. Ну же, собирайся. Хорошо, ни звука. Да, правильно, ни звука. У них из животов палки торчат. Не смотри. Просто не думай о том, что ты тут видишь, Хьюго. Все, отлично. Хотя не очень. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно что-то еще, да? Подпалить или было уронить? Наверное, эту штуку уронить. Тогда давайте поменяем на камушек. И посмотрим, будет ли тут... Амисия, смотри, как сбегаются. Что-то светится.
Тихо. Беги. Беги. Блин, а что делать? Ну так же ж просто так тебя ж не подпалить, правильно ж? Ну да, я чисто потратил впустую, называется. Так, думай, Арчи, думай. Ага, все. Придумал. Так, один. И два. Все. Алисия, басня. Да, здесь нельзя. Ну же, быстрее, парни, внутрь. Парни, помогите, я Амнисия, там кто-то есть? О, нет. Так, а здесь что делать? Ага, нужно брать факел. Эй, нужно брать факел. Вытащите меня! Эй! Мы должны идти дальше. О, как раз вовремя. О, нет. Эй, что ты делаешь? Прости. Стой! Нам нужно выбраться отсюда. Алисия. Все. Боже. Идем сюда. До побачення. Блин, ребят, ну он мог позвать на помощь. Нет, факел. Мы справимся, миссия. Я мог бы, конечно, поджечь и спасти его, но он реально мог позвать на помощь, так что... Как они, так и мы. Там солдат. Он встал у нас на пути. Другой дороги я не вижу. И что ты предлагаешь? Черт. Выбора у нас нет. Попробуем застать его врасплох. Вот, возьми. Что мне с этим делать? Со мной сейчас все поймешь. Смешает. Так, давай. Так? Ага, это отлично. Сонное зелье, да? Брось ему это в лицо. Ты серьезно? Лукас? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Так, когда появится значок. А как? А, мне надо со спины, да, подойти? Во. Шикарно. Он уснул? Да, ненадолго. Спасибо, это спасет нам жизнь. Блин, прикольно. Ой, не то. То. Теперь то. Это вроде какая-то другая. Так, нажми, когда появится следующий значок. Ага. Ну? Это можно сдвинуть? Я попытаюсь. Сейчас отпущу. Не отпускай. Не отпускай. А ну еще раз. Поможешь? Да. Так, и... О! Побежали. Побежали. Займешься этим? Я не могу. Так, что мне нужно сделать? Ага, мне нужно эту штуку поджечь. Мне нужно поджечь эту штуку. Все, умничка. Как думаешь, справишься? Давай, Хьюго, вот так. Все, умничка. Умничка. Ладно. И сейчас назад бежим. Так, главное, чтобы в мозг не попало. Все, отлично. И перейдем сюда. Пошли. Получилось. Хьюго сделал самое сложное. Я просто хочу выбраться отсюда. Я да, тоже. Хьюго, красавчик. Идем. Мы пойдем под ним. Нужно быть осторожным. Так, вы как хотите, но я туда не пойду.
Ага. Нам нужно наверх. А вот и стол для прокачки как раз. Я такое чувство, что иногда пропускаю предметы, чтобы прокачаться. Или я не могу понять, почему я так часто тут попадаются. Ну ладно. В принципе, пока и так нормально. Вроде бы пока справляемся, правильно? Так, ага. Во, Хьюга. Хьюга, 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 Хьюга. Хьюга. Я так и не понял, почему... Почему нас занямали. Если честно. Ну ладно. Будем считать, что я сильно затупил, долго стоял. Все, побежали. Давай, Хьюга. Мы пойдем под ним. Нужно быть осторожным. Диего, держится на цепи. Вижу, вижу. Готовьтесь, главное не уходите со света. Идем, все, идем. Идем, 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 идем. А ты уверена, что сработает? Нет, бежим. А, не нравится мне это. Пока получается. Все хорошо, не ссы. Работала. Не ссы, прорвемся. Тихо. Траву. Все, до побочения. А нам что теперь делать? Я без там, понятия. На башне. Это тела? Да, тела. Так, рассмотреть, это вот это, да? Ага, да. Они, они горят. Вернись, Хьюго. И что? Куда-то еще надо? Ага, сзади что-то есть, окей. Сзади что-то есть, давай посмотрим. Ага, палочка, понял. Палочка, палочка, теперь мы по-любому пройдем. Все-все-все, киша сюда. Так, наверное, сюда, да? Лучше слева обойти. Да. Я тебя подсажу. Я не могу. Амисия, мне плохо. Что случилось? Голова. Макила. Он боится. Нам нужно убираться отсюда. Хьюго. Хьюго. Подумай о лягушках. Помнишь, как они прыгали? А ты за ними гонялся. Идем. Дальше будут еще лягушки. Да. Уходим отсюда, Амисия. Сейчас уйдем. Это место закончится, правда? Все, умничка, побежали. Сколько же их там? У нас нет выбора. У нас нет выбора. Не сдаваться, парни! Эпли! Ну-ка, что это там? Бейте тревогу! Чужие! Ой, ё-моё, ну да, нам тут, конечно, ребят. Я протупил. Ну, сори, да. Да, я затупил. Ну, как говорится, я таки извиняюсь. Но я ж не ожидал, что он на нас пойдет. Сколько же их там? У нас нет выбора. Знаю, что нас мало. И я точно знаю, что все мы хотим свалить подальше от этих ебаных крыс. Согласен. Это наши ребята. Они отдали свои жизни за Англию. А
А если бы на их месте были вы бы хотели, чтобы вас похоронили достойно? Разве нет? Тогда вперед! Гиень наша! Так, по идее, тебя мы можем усыпить, да? Или мы тебя должны будем отвлечь? А вот это я не знаю. Давай попробуем отвлечь тебя. Что там за шум? Ой. Нет, амнезия! Ой-ой-ой, ребят, ой-ой-ой. Фу-фу-фу, так, Арчи, соберись. Арчи, соберись. Никуда не уходите, я скоро буду. Все тихо. Идем. Иду. Сколько же их там? У нас нет выбора. Я знаю, что вы устали. Знаю, что нас мало. И я точно знаю, что все мы хотим свалить подальше от этих ебаных крыс. Но это наши ребята. Они отдали свои жизни за Англию. А если бы на их месте были вы бы хотели, чтобы вас похоронили достойно? Разве нет? Тогда вперед. Так. Будьте здесь. Стой здесь. Не звука. Да легко. Ну и чё? А с тебя мы сделаем вот так. Все. Ребят. Вперед. Я иду за тобой. Пошли. Надеюсь, мы успеем пройти, пока Мисон проснется. Все, давай ручку. Умничка. Амисия, я очень устал. Скоро смотри, будем отдыхать. Там опять деревья. Думаю, мы почти дошли. Наконец-то. Вы одни? Осторожней. Да не молчи ты, говнюк. Она моя сестра, ублюдок. А теперь отпусти нас. Вы нас больше не увидите, клянусь. Не вариант. Там, откуда я, мародеров казнят на месте. Что делать? Это опасно. Сюда. Так, и что делать? А если мы его мэкнем или не получится? Не, наверное, не получится, да? Эй, а что с ними? Вы их так просто пропустите? Чё? Эй! Разум! Всё. Солдаты, тут что-то не так. Валим отсюда. За ними! Быстрее! Сейчас уйдут! Хьюго! Беги!